Что делаем? Ты знаешь, пришло очень много заказов на книги «Дианетика». И вот я теперь собираю, чтобы отправить Омнивой. Но знаешь, что вот интересно? Одна девушка мне задала такой вопрос. А хватит ли мне интеллекта прочитать эту книгу? Интеллекта? Вот, да. Интеллекта? Да. А при чем тут интеллект? Ну вот она задала вопрос. Что ты можешь ответить? Ну и что я могу ответить? Ну, там все так просто. Если у человека вообще умеет буковки складывать, да. Это все, все, что ему надо. Интеллект. Интеллект – это очень узкая область. Это, ну, в какой-то области человек может обладать высоким интеллектом, а рядом области нет. А? Потому что интеллект, когда вот идет, например, найм работника, да? Да. И рекрутер, он, вот человек, который занимается наймом, он задает вопросы. Допустим, мне нужно набрать продавцов. Что, мне нужен очень большой интеллект этого продавца? Нет. Мне надо умение, чтобы он хоть два слова сложил. Потому что у каких-то продавцов, да, допустим, продавец, он много не говорит, мало говорит, да, а кто-то много говорит. Причем тут интеллект? Один болтает, он вообще не замечает этого покупателя, а другой вообще молчит. И покупатель у него покупает из жалости, но бедняге надо продать, я ему сейчас помогу. Интеллект – это вообще такая очень абстрактная область, да? Но интеллект, конечно, понять слова нужен. Но здесь очень в книге написано очень простым языком. Вот я тебе просто покажу, да? Вот о чем эта книга «Дианетика»? Это книга о том, что люди бесконечно искали ответ, что происходит с человеком, почему один болеет, а второй нет. Да. Почему один расстраивается, а второму сказали, он и не расстроился ни о чем. Да. Или, например, один ходит, носится, я ему за это дам, я ему отомщу за это. А второй говорит, а о чем мстить, время тратить, да? Это ерунда. Вот в чем дело, почему мы такие все разные, да? А есть люди, с которыми легко работается, а есть люди, которые, ну, я не знаю, тупят. Вот ты ему сказал что-то, да, а он из вредности тебе сделает. Он тебе улыбнется и скажет, да, конечно, конечно, все сделаю. И ничего не делает. Но вот это важнее. И почему люди такие злые, а кто-то очень добрый? Вот из-за чего это зависит? Вот какой интеллект бы она должна была спросить. Этого... А читать книгу и понимать хватит любого интеллекта, потому что люди всегда интересовались, почему есть больные, почему есть сумасшедшие, да? Что происходит с человеком? Это же не просто вот человек что-то ходит, он имеет какие-то эмоции, он расстройства имеет, он радость имеет. Что, вот как вот создать коллектив, чтобы они друг с другом хорошо общались? Да, это очень важно. Вот это важнее, да? Потому что, ну, вот этот ученый, который открыл формулу, Перельман. Да, Перельман, да, он, ему миллион предлагает, Нобелевская премия, да, говорит, приедь, а говорит, а мне не нужен ваш миллион, да? Да, так какой у него интеллект? Вот кто-то скажет, что болван, а, от миллиона отказался, что у него с интеллектом? Ответь. Что у него с интеллектом от миллиона, ну, если человек отказывает? Он нормальный вообще? Не нормально. В магазин с сеточки, там бутылки. Да. Нормально? Живет очень трудно. Вот вам и весь интеллект. На самом деле в книге «Дианетика» написано, что проблемы в жизни, все твои расстройства и причины, почему кто-то сойдет с ума от такой проблемы, а кто-то не сойдет с ума от этой проблемы. От чего это зависит? А вот эта слабость. Выдержит человек вот эту жизнь или нет? Написано в этой книге. И вот, шаманы были, да, и здесь написано. И в Древней Греции пытались, ну, как бы разобраться, что помогает человеку действительно не сойти с ума, несмотря на эту сумасшедшую жизнь. И быть счастливым еще, действенным. А вот если взять с этих сумасшедших, да, да там мы все немножко такие странные. Может быть, ты можешь сказать, что я иногда странно поступаю. Так я сумасшедшая или нет? Ну, я-то знаю. Да, да, да. Да, в этой книге «Дианетика» написано, что я не сумасшедшая. Это приятно. Да. Да. И все причины сумасшествия всегда есть только одна причина. И здесь так и написано.
единый источник всех видов сумасшествия. Так что интеллект это просто говорит о том, что ты можешь просто какие-то определенного круга проблемы решать. А вот второй круг, может, у тебя и не получится. Поэтому, когда тебя нанимают, ты можешь сдавать тест на интеллект, но проверяют именно какую-то отдельную линию интеллекта. Область, да? Да. И в этой книге она отвечает вообще, ну, как стать очень-очень-очень-очень разумным. А разумность и интеллект – это разные вещи. Поэтому ты, наверное, вот с этим Перельманом, да, ты уже говоришь, да, он очень умный. Интеллект, казалось бы, очень, да. Но умный ли он в жизни. В нашем жизненном понимании? Да. Точно, не знаю. И когда люди читают эту книгу «Дианетика», они начинают видеть, вот в этом я умный, в этом не очень, здесь у меня совсем проблемы. Да. Пойду-ка я разберусь, почему у меня здесь проблемы, я могу с ними справиться. А так, ну, сумасшедший, не сумасшедший, да кто его поймет, это только вот так вот по жизни, да. И здесь все очень просто написано, да. И здесь написано, что здесь есть специальный метод, который люди могут применить, и тогда помочь друг другу. Мама с дочкой, да, вот ты знаешь супер. Проблемы с детьми, да. Дочка может маме даже это применить, да. Вот, например, дорогой мой сын, да, ты что-то делаешь, и я тебя не понимаю, я на тебя кричу, или бывает, давай вот попробуем вот это вот, способ этот. Да? Что лучше? Метод. Конечно, лучше пробовать исправлять это и жить. Вот нормально. Здесь это написано, это не то, что там поговорил, бла-бла-бла, книга. Умная книга. Умная какая книга. Она не просто умная книга, это пособие, как помочь себе, как помочь своему ребенку, да. Как ребенок может даже помочь тебе. Так что интеллект, я не знаю, пусть не боится, пусть читает. Очень довольно понятно языком написано. И здесь словарик пусть смотрит. И ни в коем случае не беспокоится об интеллекте. Пусть она лучше беспокоится, читает внимательно, откроет прекрасные знания. Отлично. Загружаю. Да, давай. Ha ha ha.